Педагоги Заинского района приняли участие 24 августа в ежегодной августовской педагогической конференции. В этом году она проходила на базе школы номер 7. В совещании, темой которого стала эффективная система образования «Залог развития района», принял участие заместитель руководителя департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Айрат Мухаметов. Участников педконференции встретила выставочная площадка. Здесь все школы, детские сады города и района представили проект, над которыми работает каждое образовательное учреждение. Зрелище действительно впечатляющее. Это и предметы декоративно-прикладного искусства, и игрушки, моделирование, робототехника и многое другое. Сделано из фанеры разговаривать. Более 70 колец, которые отдельно все вот так что-то оказывали, а потом отдельно собирали. Удивляться было, чему познают мир современные дети, порой через удивительные материалы высокие гости не отказались погрузиться в детство. Знакомство с проектами продолжилось и внутри школы. Здесь была возможность не только показать, над чем работает школа, но и рассказать о достижениях. Пленарная часть прошла в актовом зале. Здесь собрались педагоги школ района, молодые специалисты, ветераны педагогической деятельности. Участников приветствовал глава района Разиф Каримов. Далее с докладом выступила начальник отдела образования Гульчичак Галимова. Она подвела итоги прошедшего года, отметив достижения и выделив проблемы, над которыми предстоит работать. Гульчичак Галимова отметила, что республика муниципальные программы продолжают работать. Большое внимание в районе уделяется развитию образовательной инфраструктуры. В рамках программы развития системы образования Заинского муниципального района на 2015-2020 годы, в 2015 году и за прошедший период, и в 2016 году, в 13 школах произведен капитальный и текущий ремонт на сумму свыше 9 700 000 рублей. В 18 детских садах произведен капитальный и текущий ремонт на сумму свыше 6 600 000 рублей. И из республиканского и местного бюджета выделены денежные средства и осуществлен капитальный ремонт детских садов «Дюймовочка» и «Лесная сказка». Сегодня образовательная система Заинского муниципального района занимает 13-ю строчку в республике. В этом году мы потеряли 3 позиции, спустившись с 10-го места. Глава района отметил, что стоит брать пример с успешных. Сегодня в систему образования вкладывается 66% бюджетных средств, и руководство вправе требовать отдачи. Наша задача по линии образования первой пятерки республики. Почему мы таким образом не выстраиваем свою работу? Мы вправе от вас спрашивать и, значит, результат. Я уверен, что в других муниципальных образованиях такого софинансирования в части ремонта, содержания учреждений образования нету. Десятки районов сегодня сидят на нуле. Значит, жесткий Ильнар Фанилович, значит, как руководитель исполкома и начальник управления, заместитель руководителя исполкома, значит, еще будет жесткий спрос. Августовская конференция традиционно стала не только итоговым совещанием, но и площадкой обмена опытом для всех педагогов района.